Никакого черного пиара, каруселей и вброса бюллетеней. Представители политических партий, правительства области и общественной палаты подписали соглашение о честных выборах. Так как это общественное соглашение, естественно, оно не предполагает жесткого какого-то контроля. Оно просто предполагает, что те, кто подписывает это соглашение, они добровольно берут на себя обязательство выполнять те нормы политической конкуренции, не выходить за рамки цивилизованных способов. В подписании соглашения приняли участие руководители 14 партий, зарегистрированных на территории Челябинской области. Это далеко не все политические игроки региона. Например, как и в прошлом году, поставить автограф на документе отказались представители «Справедливой России». Напомню, в Челябинской области в сентябре пройдут выборы местных депутатов в 27 территориях. А в 2018 году в Российской Федерации состоятся выборы президента.